Вторая раздача против неотмеченного. То есть, кто оппонент, я не знаю. Я делал предположение, как, ну, относительно того, что это просто какой-то там слабый игрок, возможно. Ну, так или иначе, то есть, если это даже рек, вряд ли он очень сильный. С девятками потребетил с СБ против котофа. Получил кол. На такой текстуре, как бы, решил поставить за треть. Здесь можно там и прочекать, можно поставить, то есть, в принципе. И я поставил, вот. И на терне ушел в чек, мы сыграли чек-чек. На ривере, соответственно, ну, терн и ривер пришли два бланка. И я решил, как бы, опять прочекать. И здесь уже у меня в планах играть чек-кол, потому что, несмотря на то, что на этом лимите оппоненты реги, да, там, они могут очень часто чекнуть на терне даму. То есть и дама x у оппонента сейчас имеется, и 10x. Но при этом также и куча ФД бубновых, которые не доехали, не поехавшая черная дро, которую он мог тянуть с лапа, какие-то гадшоты. Мы часть из них блочим, конечно, но окей. То есть там ОЕСД. В любом случае, мусора у оппонента будет достаточно, я подумал. Вот. Ну, конечно, мы будем плясать от сайзинга, который он будет использовать, если он там поставит бэтпот. Придется, видимо, отваливаться. Вот. Но оппонент решил выкинуть просто 50% пота, да, я закалировал и посмотрел. Вот на такую руку. То есть, получается, наше предположение, то, что он там бэкдоры какие-то может тянуть, да, оказалось правильно. Вот. Ну, то есть, здесь и далее, кстати, еще вот и это, и несколько еще там будут раздач. Это такой, как будет ответ для тех ребят, которые считают, что типа на лимите вообще никто не блефует, вообще нет блефов ни у кого, блеф нет, никто не блефует и блеф нет. Вот, то есть я вот за свои там неполные 20 тысяч рук как бы убедился в обратном, в общем-то, что так или иначе блеф все равно есть. То есть понятно, поле не доблефовывает, но блеф есть, очевидно. Регистрируйся в покер-румах от нашего сайта и за активную игру получай на свой аккаунт Pekarz Stats Points, которые ты сможешь потратить у нас на сайте на индивидуальное обучение с тренерами, покупку видеокурсов, а также рассчитывайся PSP-очками в нашем магазине с широким ассортиментом покер-софта и других полезных программ для покеристов. Pekarz Stats Points – это дополнительная value для наших игроков. Подробности по ссылке pekarzstats.com/psp.